поддержка талантливой молодежи осуществляется по разным направлениям и в различных областях знаний, культура, спорт, научное творчество, профессиональное мастерство. Есть соответствующие муниципальные, региональные конкурсы, где проходит отбор, выявление лучших, их поощрение, в том числе финансовое, материальное, но и, естественно, самое главное, моральное удовлетворение. Мы поддерживаем тех ребят, которые стремятся стать лучшими в своем направлении. Одним из таких направлений является и федеральный конкурс поддержки талантливой молодежи. Вологодская область 2006 года участвует в отборе таких ребят и предоставлении их на награждение федеральными премиями. В этом году нам определена квота в 13 человек. Конкурсная комиссия сегодня отобрала эти 13 человек по разным направлениям. Это и общественно-социально значимая деятельность, это художественное творчество, это профессиональное мастерство, это спорт. Поэтому вот 13 ребят мы выбрали вместе с представителями тех или иных сфер. Ребята представляют совершенно разные территории, начиная от Волды Череповца, Сокол, Тотьма, Ломоватка, Великоустюгский район, Вологодский район, Новолинская школа. Ребята представлены очень широко географией и совершенно в разных направлениях. Это и исполнители на стручковых инструментах, это живопись, это победители наших чемпионатов по фигурному катанию и ориентированию, это победители наших профессиональных конкурсов, станочников, механизаторов, это наши представители педагогических отрядов Содружества. То есть мы поддерживаем ребят во всех направлениях, какие только интересуют нашу молодежь. Они получат, конечно, и материальную поддержку, премии по 30 тысяч рублей. Кроме вот этих 13 ребят, естественно, у нас есть не только победители региональных конкурсов, но и будут, я уверен в этом, победители всероссийских конкурсов, различных олимпиад предметных, спортивных состязаний. Эти ребята также будут включены вот в поощрение и получат по 60 тысяч рублей. Я думаю, что в феврале, когда будут подведены итоги вот на федеральном уровне подобной премии, мы их ежегодно собираем здесь в правительстве области и чествуем.